Об ограничениях Молдовы много говорил в своем послании в понедельник Вадим Красносельский. Президент сказал, что Молдова экономической блокадой сдерживает развитие Приднестровья. Государство не сможет выделить больше денег на ремонт и строительство, на медицину, социальную сферу, покупку квартир сиротам, оплату лечения приднестровцев за рубежом. И Молдова пользуется, конечно же, пользуется боевыми действиями в Украине и, естественно, в одностороннем порядке, в своей манере принимает ограничительные действия против наших экономических субъектов, против предпринимателей, против народа в целом. Президенты меняются, а методы те же. Что при одном президенте, что при другом президенте. Разницы нет. Разницы нет. Всегда есть нагнетание, желание удушить, желание сделать больно, желание ухудшить положение в целом приднестровского народа.